высказываете свое мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены извне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Ну вот, да, уважаемые дамы и господа, в эфире звучит неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина, его ведущий, я Анатолий Червец. И перед тем, как я начну наше шоу, я просто надеюсь, что Наталья Воронкова и Владимир Гольштейн еще находятся в своих автомобилях и, может быть, даже слышат наше радио. Просто хотел еще раз поблагодарить и Володю за то, что он привел к нам в гости такого интересного, замечательного человека, и поблагодарить Наталью, конечно же, за все то, что она делает для детей, для интернатов, ну и вообще для, в принципе, для людей там, где сейчас идут военные действия. И что я могу вам сказать, дорогие друзья? Я до сих пор, если честно, нахожусь под впечатлением вот предыдущей программы. Наталья, честь вам и хвала, и просто преклоняю колени перед вашим мужеством и перед вашим великодушием. Спасибо вам огромное. Ну, а теперь наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии по-прежнему 847-400-5200. Вы нас видите и слышите на нашем веб-сайте radionvc.com, на нашей страничке Facebook Radio NVC и на нашем YouTube-канале Radio NVC. Дорогие друзья, ну, во-первых, я хочу передать всем огромный привет. Привет Израилю, привет Америке, привет разным нашим штатам дорогим, дальним и близким. Добро пожаловать в это шоу. Пожалуйста, звоните, набирайте номер телефона, будем общаться. Ну, а пока я, наверное, начну с того, что самая главная, наверное, новость сегодняшнего дня, по крайней мере, это то, что хозяин, создатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж. Те, кто из вас знают эту историю, я не буду особенно вдаваться в ее подробности, но для тех, кто еще этого не знает, это человек, который вместе с человеком по имени Брэдли Мэннинг вскрыли огромное количество информации, в том числе и секретной, вбросили это все в интернет, тем самым, в чем-то поставив под угрозу, конечно же, безопасность нашей страны, безопасность наших военнослужащих. Эта фигура, я имею в виду Джулиан Ассанж, фигура неоднозначная. С одной стороны, это человек, который сделал просто непомерный вклад в проигрыш Хиллари Клинтон, потому что он выдал очень много emails, которые были украдены у нее из сервера, и он это все выложил в интернет. Но, с другой стороны, опять же, почему неоднозначное? Потому что в то же самое время он посчитал, что, являясь средством массовой информации, он имел право оглашать всю эту информацию, пользуясь первой поправкой, то есть свободой слова, свободой печати. Прошу прощения. Так или иначе, американские спецслужбы гонялись за ним какое-то долгое время,
И для того, чтобы избежать ареста, Джулиан Ассанж попросил убежище политическое в посольстве страны Эквадор, которая находилась в Англии. И 7 лет он практически проживал в этом посольстве, скрываясь от американских спецслужб. Ну и вот, наконец-то, честно, я не знаю, я пытался найти эту информацию, ну, везде, просто везде. Если кто-то этой информацией владеет, пожалуйста, позвоните, дайте мне знать. То есть, я не могу понять, я знаю так, что правительство Эквадора решило лишить его политубежища, то есть нахождение его в посольстве Эквадора в Англии, и тем самым дало доступ спецслужбам Англии достать его из этого посольства, посадить его в тюрьму, и начался процесс экстрадиции его из Англии в Америку, где ему предстоит ответить по очень многим вопросам не только американских спецслужб, но и перед судом. Тут же такая небезызвестная организация, которую я последнее время не очень уважаю. Последнее время, я имею в виду последних лет где-то 20. Эта организация называется ACLU. Это American Civil Liberties Union, организация, которая борется как бы за свободы и права и свободы человечества, но, скорее всего, в последних лет 20 эта организация превратилась чисто в еще один политический орган, которым управляет демократическая партия. И эта организация, конечно, тут же стала на дыбы, как только они узнали, что Джулиану Ассанжу грозит экстрадиция в Америку. Они стали на дыбы, стали на его защиту и сказали, что как это так, его права нарушаются, где его права на первую поправку и так далее. Ну, вы понимаете, давайте решать вопрос так. То есть пока что над ним еще суда не было. То, что его арестовали по ему было вынесено обвинение в Америке заочно. Поэтому, опять же, мы знаем прекрасно, что в Америке существует действие суда, где человек, который не признан виновным, не является таковым, но для этого нужно пройти судебный процесс. Так вот, я не знаю, с какого перепугу ACLU вдруг выскочила вот с этим абсолютно, по-моему, абсолютно идиотским заявлением о том, что нарушаются права, вернее, нарушается первая поправка, не знаю. Вот честно, не знаю. Но, по крайней мере, пока что его еще никто ни в чем не признал виновным. Его просто хотят получить здесь, в Америке, для того, чтобы еще раз представить ему те обвинения, которые есть против него, и тем самым привести его в суд и дать возможность судебному процессу отработать и либо признать его виновным, либо признать то, что он имел право на то, что он делал, следуя первой поправке Конституции. Поэтому, дорогие друзья, перед тем, что вы решите, правильно ли поступают американцы, то есть я имею в виду, правильно ли поступают наши спецслужбы, пытаясь его экстрадировать и привести в американский суд, и пытаетесь ли вы его оправдать в том, что вот он молодец, он там сделал это, давайте мы пока подождем и решим все-таки, во-первых, узнать четко, какие против него будут предъявлены обвинения, и потом будем следить за судебным процессом, который нам даст знать, признан ли он виновным, либо его оправдают. Вот. Ну, я думаю так, что если бы он,
я имею в виду Джулиан Ассанж, не считал никаких, вернее, если бы он не видел угроз в связи с тем, что он сделал, вряд ли бы он 7 лет сделал себя затворником эквадорского посольства. Поэтому, наверное, все-таки что-то он чувствует. Человек он не глупый, очень толковый, очень образованный, эрудированный. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. У меня вопрос по процессуальному прохождению этого дела. Да-да. Ведь ему был выдан ордер на основании двух шведок, которые предъявили к нему обвинение в изнасиловании. Да. Потом они, и на основании этого был выдан ордер Британии об его аресте. Но шведки отказались от этого обвинения. Вот как чисто процессуально ордер остался, мог быть, в силе, если Швеция отказалась от обвинения? Чисто процессуально. Хороший вопрос. Спасибо огромное за звонок. Действительно, хороший вопрос. Объясню, почему. Сначала, давайте говорить так, ведь ему не было выдано никаких обвинений до тех пор, пока он не совершил вот этот вброс информации. Ведь он вбрасывал информацию намного задолго до того, как появились на сцене шведки. Но действительно, его как-то, это мое мнение, опять же, я сейчас выражаю чисто свое мнение, как-то его должны были ему должны были что-то предъявить более реальное для того, чтобы его взять за причинное место, потому что то, что ему там, ну, подумаешь, он там вбросил, кому-то это секретная информация, кому-то это не секретная, по крайней мере, то, что он вбросил, получив от Брэдли Мэннинг, мы все знаем, что Брэдли Мэннинг за это получил реальный срок. И только наш, в кавычках, я не буду подыскивать таких плохих слов, в кавычках умный президент Обама, который решил вот этому Брэдли Мэннингу все-таки укоротить срок. По каким, на каком основании, без понятия. То есть человек, который выдал секретные данные на гора, как говорится, ему президент Америки скашивает срок. Ну, whatever. Но, по крайней мере, то есть, значит, достаточно было информации для показаний для того, чтобы закрыть Брэдли Мэннинг. Точно так же, наверное, достаточно было оснований для того, чтобы закрыть Джулиан Ассанж. По крайней мере, пропустить его через суды. Но я так понимаю, что, видно, не было достаточно оснований для того, чтобы его вытащить, экстрадировать из Англии. И поэтому вот в это все дело были вмешаны вот эти шведки, были вмешаны обвинения в изнасиловании и так далее, надеясь на то, что это послужит причиной его экстрадиции из Англии. И когда это не сработало, ну и плюс к тому, что он попросил политубежище в посольстве Эквадор, естественно, этим шведкам, ну что, они же не будут всю жизнь сидеть и ждать, когда их позовут в суд. Поэтому я думаю, что вот тут вот так это все произошло. Но теперь вот хороший вопрос, который вы задали, и я опять же, это будет интересно проследить, будут ли ему предъявлены вот эти обвинения, когда он приедет сюда, в Америку, если он приедет. Если Англия, это тоже еще вопрос, если Англия примет решение его экстрадировать. То есть тут тоже не все так однозначно, но вот интересно, если все-таки он будет экстрадирован, предъявят ли ему обвинение в изнасиловании? Честно, сомневаюсь. Почему? Потому что, во-первых, они отказались от своих показаний. Во-вторых, прошло 7 лет, больше. В-третьих, факт вот этой остроты факта изнасилования, который был действительно притянут за уши еще тогда, не знаю ли, американское правительство посчитает нужным разводить, как говорится, концентрацию вот этой гущи какими-то вливаниями воды. Поэтому интересно, не знаю, посмотрим. Но меня интересует такой вопрос. Я
буду очень признателен тем, которые, если слышали, то есть факты, пожалуйста, факты, не домыслы, о том, как вышло, то есть как, почему вдруг правительство Эквадора решило убрать, забрать у него вот это политическое убежище. Объясню, почему я спрашиваю. Вот у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Я не знаю, это факт или домысл, я это читал на сайте, который достаточно респектабельный. И, значит, там написали, что WikiLeaks опубликовали какую-то информацию, которая раскрывала какие-то махинации, в которых был вовлечен президент Эквадора. По-моему, зовут Ленин Морено, если я не ошибаюсь. И после этого они решили его выгнать. То есть он не сам вышел из посольства. Нет, его... Да-да-да, они у него забрали. Его оттуда выбили. И если бы Эквадор давал ему политическое убежище, полиция не имела права этого делать ни в каком месте. 100%. Женечка, я тебе скажу так. Я лично смотрел то, как его там арестовывали, выводили, тащили его в эту в машину полицейскую. Это я все видел. Никто нигде не говорил о причине отбора политубежища, но вот это вполне возможно. Это вполне то, что я читал на одном достаточно респектабельном сайте. Окей. Я не могу сказать, что это факт, потому что не могу. Все, будем следить. Будем следить. Спасибо тебе огромное. Понятно. То есть, я объясню, почему я задаю этот вопрос. Давайте мы, наверное, сделаем так. У нас подошло время уйти на рекламу. Сейчас быстренько уйдем на рекламу, послушаем важные сообщения, а потом я задам действительно очень важный вопрос.